У нас, как в Турции, только без моря, говорят работники парка отель «Звенигород». И это действительно так. В 45 километрах от Москвы в живописном уголке недалеко от Звенигорода можно с комфортом отдохнуть по системе «Все включено». В стоимость проживания входит питание и большой набор дополнительных услуг. Покупая путевку в наш отель, гость больше ни за что практически не платит. Поэтому это идеально для семейного отдыха. Даже в будни здесь много посетителей. Специальный экран при входе проверяет температуру тела, предупреждает о необходимости надеть маску. Передает данные о состоянии здоровья на ресепшн. Комфортабельный номерной фонд на 350 мест почти всегда заполнен. Однокомнатные и двухкомнатные разных категорий с просторными верандами с видом на лес, мини-кухни, тренажерный зал, трехразовое питание по системе «Шведский стол», велнес-центр с бассейном и парными банного комплекса, изюминка парк-отеля «Соляная пещера». Наши гости могут ходить сюда по записи каждый день. Вообще рекомендуется брать курс, ну, хотя бы минимум 5 посещений. Это уникальная сальвинитовая пещера, сделанная из блоков. Говорят, 30 минут пребывания в такой пещере сопоставимо с сутками пребывания у моря. А если добавить регулярные прогулки на свежем воздухе по территории отеля, за здоровье можно быть спокойным. Для развития активного отдыха парк-отель подал заявку на грант для получения специальных велосипедов. Мы планируем развивать велотуризм, так как Звенигород – это один из исторических центров. Поэтому наши туристы с удовольствием посещают места вокруг отеля и могли бы делать это на велосипеде. Тем более наша администрация активно развивает программу велотуризма и строительства велодорожек. Широкие колеса и облегченный вес для велопрогулок в любую погоду. С такими развлечениями о море можно и не вспоминать. Отдых в родных местах ничем не хуже заграничного. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».